Всем привет, с вами обзоры мобильных игр от Mob.ua, но у микрофона, как обычно, я, Амортис. Поехали! Сегодня у нас очередной представитель жанра RPG, и, как ни странно, это действительно игра в жанре RPG. Hack and Slash RPG, если быть точным. Самым ярким представителем этого жанра является незабвенное детище компании Blizzard, серия Diablo. И если ты играл в него, ты уже имеешь представление о том, о чем пойдет речь. Итак, игра Изабель. Сначала пару слов о том, чем просто RPG отличается от hack and slash RPG, или как их еще называют, от action RPG. Если в RPG важнейшим элементом является роль, которую мы играем, жизнь персонажа, диалоги, принятие решений, то в hack and slash RPG на первом месте стоит боевая система, ну и прокачка скиллов. Так было в Diablo, так есть и в Изабель. Вначале нам предлагают выбрать, кем ты будешь играть. Многообразием классов игра не блещет, и их здесь всего лишь два. Это ведьма и воин. Как нетрудно догадаться, ведьма представляет собой персонажа дальнего боя, а воин – ближнего. Притом, на мой взгляд, между двумя этими классами здесь присутствует некоторый дисбаланс. Если ведьмой ты бешено носишься по локации, посылая во врагов всякие магии, то воинам тебе остается только уныло тапать по кнопке атаки и пить зелье здоровья иногда. Сюжет здесь, как и во многих RPG, присутствует и заключается в том, что в некоем королевстве настали черные дни, и только герой, ну то есть соответственно ты, может спасти народ и поколотить всех боссов. Теперь о графике. Ну, хорошая графика. Видно, что прорисовано все достаточно качественно и без халтуры. Дизайн уровней, по крайней мере начальных, тоже радует. Локации сочные, наполненные объектами, и не создается впечатление мертвости и пустоты окружающего мира. Даже трава шевелится от ветра. Игровой процесс заключается в исследовании карты, рубке врагов и прокачке персонажа. Ну и, конечно, о сборе вещей. Различных вещей выпадает довольно много, а наш инвентарь для удобства разбит по категориям. Отдельная вкладка для брони, отдельная для оружия и так далее. Естественно, убивая различное зверье, ты поднимаешь себе уровень. От уровня к уровню можно изучать новые умения и вообще становиться более крутым чуваком и идти к успеху. Как видишь, система, в общем-то, классическая, мы видели такую в десятках игр, и тем не менее, все еще достаточно интересно. Что касается управления, осуществляется оно при помощи нескольких кнопок на экране. Бег традиционно джойстиком, атака тапом по соответствующей кнопке. Зелья и способности применяются аналогичным образом. Итоги. Особой оригинальностью игра не блещет, но и ничего такого уж ужасного я в ней не увидел. Единственное, что загружается немного долго, но в принципе это не страшно. Так что это добротный представитель своего жанра, и подобного именно на мобильных девайсах не так уж и много. Кроме того, в игре начисто отсутствует донат. Как говорит ее описание, победу не купишь за деньги, и это правда. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лайки и рассказывай об этом видео своим друзьям. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!